Мы последний раз встречались, Наташа, на чемпионате России, и все складывалось совсем по-другому. Игра гораздо тяжелее была, потому что я точно так же в первой партии повела, потом упустила и не смогла собраться и дожать, как бы. Ну, здесь просто мне не хотелось допускать такого же, таких же ошибок, создавать себе проблемы. Собрала просто себя в кучу, настроилась, перестала сама ошибаться, дарить ей простые валаны. Чуть сменила тактику, стала более не тонко играть, а надежно. И прибавила скорости. Поэтому Наташа быстро устала, и я победила так легко. После Кубка России сейчас будет сбор, который будет посвящен чемпионату Европы, командному подготовке к нему. Вот. Вроде форма хорошая, но есть еще над чем работать. Буду добирать.